Удивлять и мечтать я могу, можешь ты целый мир открывать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, сочинять, украшать. Я могу, можешь ты целый мир рисовать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, цветняшки, ух. Фрукты, овощи. На работу дедушка волк уплыл, и волчонок маленький загрустил. Дедушку любимого буду ждать, овощами, фруктами угощать. Я тебя жду, мой дед, приготовлю я обед. Возвращайся скорей, будет суп из овощей. Волчонок У, куда же ты так спешишь? Так, для супа мне понадобятся овощи, а на десерт будут фрукты. Ой, все перемешалось. Эй, капли цветняшки, на помощь скорей! Ко мне приведите любимых друзей. Мне нужно узнать и мне нужно спросить, как фрукты и овощи мне разделить. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру. У друзей все узнаю, спрошу. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру. Фрукты, овощи я разделю. Овощи и фрукты – важные продукты. Есть в них витаминов много, для здоровья нам подмога. Яблоко, грушу, банан, апельсин и лимон в руки возьмем. Фрукты мы их назовем. Фрукты! Перец, морковку, капусту, картофель и лук в руки возьмем. Овощи мы их назовем. Овощи! Овощи и фрукты — разные продукты. Фрукты с дерева сорвали, овощи с земли убрали. Яблоко, грушу, банан, апельсин назовем. Овощи! Овощи и фрукты — для еды продукты. Суп мы с овощами варим, фрукты мы в десерт добавим. Яблоко, грушу, банан, апельсин и лимон в руки возьмем. Фрукты мы их назовем. Стол накрыли друзья, а котенок, кажется, не хочет есть суп. Не хочу со всеми есть, я хочу под стол залезть. Не хочу, я не хочу, этот суп я не люблю. Я тебя обниму, как люблю, расскажу. Я тебе помогу, я пример покажу. Замечательный получился пикник под столом. А волчонок У уже заснул, так и не дождавшись дедушки. Спи, а я тебе спою про чудесную страну. В ней из красок ярких дни
В ней улыбки и мечты. Спи, волчонок мой, засыпай. Новый день придет, ты встречай. Стеклышки цветные возьми, и мечты из них новые сложи. Скорее узнаем, какая серия цветняшек выйдет следующей. Старт и финиш и черта. Вот дорога бегуна. Возле старта постоим, ждем команду и бежим. Ой, столкнулись. Я так и не понял, куда все-таки бежать? Вперед или назад? Скоро на экране!